И об очередных спортивных победах района. При поддержке Главного следственного управления Следственного комитета России прошли чемпионаты первенства Москвы по тхэквондо. В нем приняли участие порядка 1000 спортсменов из московского региона. Областная общественная организация «Центральный клуб тхэквондо» представляла город Видное. Наши спортсмены собрали очень хороший урожай медалей. 4 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей и 1 кубок. Братья Алиевы, несмотря на то, что в клубе занимаются менее полугода, очень старательны и никогда не пропускают тренировок. Оба соревнований привезли первые места. А Хикмат еще получил кубок за победу в суперфинале победителей всех категорий. Также руководитель клуба Дмитрий Спичкин был отмечен благодарностью от Главного следственного управления Следственного комитета России. Поздравляем наших ребят с отличными результатами и ждем новых побед.